що 2 серпня поточного року відбулася зустріч з представниками бізнесу, які приймають участь у благоустрою територію вздовж тротуарів з обох боків вулиці Катеринівської від Новощипного ряду до Пантелеймоновського. Було досягнуто згоди про облаштування 42 лунок розміру 1,5 на 1,5 метра з інтервалом 7 метрів для висадки саджанців акації білої. Планується висадка великорозмірного посадкового матеріалу у віці не менше 10-12 років наступних характеристик. Висота 3-5 метрів, не менше 6-7 скелетних гілок з грудкою землі розміром не менше 0,5 на 0,5 метрів. Висадка дерев запланована не раніше 10 жовтня в залежності від погодних умов. З метою скорочення терміну незручності для громадян міста організація лунок буде виконуватися за неділю до висадки дерев. Орієнтовно на 1 жовтня. Я рад, що підтримали ініціативу висадки, коли наступить пора висадки дерев, тисячі акацій. Таке дерево, яке це наше одеське дерево. Знаешь, что еще приживается, и говорят специалисты, что еще и липы достаточно. Вы просмотрите эти все вопросы. И хотелось бы, чтобы, что касается Екатерининской, к этой инициативе уже присоединились много людей. Естественно, что это все требует средств. Но мы решили, что эта высадка будет, и будут участвовать люди. Кто захочет приобрести это дерево, мы и посадить от семьи. Это должно быть объединяющее такое мероприятие, объединяющее всю Одессу и одесситов. Мы хотим в зеленом городе жить, то давайте вместе его делать зеленым. Поэтому, если это происходит рядом с привозом, я думаю, что откликнется это предприятие для того, чтобы они закупили саженцы. Где какие саженцы покупать, это должны сказать вы, либо специалисты. А лучше, чтобы специалисты сказали, где, в каких, чтобы мы посадили те деревья, которые будут здоровыми, это должны дать оценку им специалисты. Это первое. Рядом торговый центр «Остров», я думаю, тоже они поучаствуют в приобретении этих саженцев. Ну, естественно, и прошу наш департамент информации, уже ближе идет к сезону высадки, о том, чтобы мы как-то упорядочили принятие вот таких. Во-первых, места, где мы будем высаживать, надо, чтобы все были в доступе. И там люди захотят, кто захочет всем семьей взять там эти 3-4 саженца, потому что ко мне уже обращались очень много людей, которые хотят действительно прийти и высадить свои деревья, посадить вместе с детьми, семьями, высадить деревья. Давайте берите этот процесс, чтобы он был управляемый. И самое главное, чтобы это были саженцы, здоровые саженцы, которые приживутся. И рекомендации. И подготовленные, мы должны подготовить места для их высадки. Организовывайте, пожалуйста, этот процесс.